Стартовал прием заявок на конкурс «Профессионал года 2024». В Самарском регионе конкурс проводится с 2013 года с целью повышения престижа рабочих профессий, содействия в привлечении молодежи для обучения и трудоустройства по рабочим профессиям. Традиционно победители конкурса «Профессионал года» определяются по 6 номинациям. К участию допускаются работники, стаж которых по специальности составляет не менее 5 лет. По всем интересующим вопросам, касающимся оформления заявок, можно обратиться к консультанту Департамента национальных проектов и государственных программ по телефону 214-75-41, информирует телеграм-канал городской администрации «Вести с Дворянской». В наступившем году, объявленным годом семьи, в Самарском регионе на поддержку семей с детьми будет направлено более 50 миллиардов рублей. В Самаре реализуется множество социальных проектов, благодаря которым улучшаются условия жизни и благополучие семей города. Сориентироваться в мерах государственной помощи, узнать о льготах, выплатах и пособиях поможет справочник, выпущенный Департаментом опеки, попечительства и соцподдержки Самары в 2023 году. Ссылка на справочник есть в телеграм-канале департамента. В этнопарке «Дружбы народов» сформировали календарь событий на 2024 год. В него вошли 15 разноплановых мероприятий. Тематикой является год семьи. В зимний и осенний периоды мероприятия будут проходить ежемесячно, в летний период – 2 раза в месяц. Дни проведения – суббота и воскресенье. Открытие летнего сезона состоится 28 апреля и завершится 15 сентября. Формат мероприятий различный – развлекательный и шоу-программы, квесты, забавы, дегустации и мастер-классы, спектакли, концерты и конкурсы. Каждый гость этнопарка найдет для себя занятие по душе, пишет телеграм-канал Куйбышевского района.